В Набережных Челнах сегодня состоялось торжественное открытие первенства России по тэквондо среди юниоров. Такие соревнования «Автоград» принимает впервые. На этой неделе на татами Ледового дворца спорта выйдут около 400 тэквондистов из 50 российских регионов. Я обычно настраивалась не выиграть, а хорошо отработать, сделать работу, которую от меня хочет тренер. По словам организаторов, расширение географии турнира значительно увеличивает шансы на появление новых звезд российского тэквондо. Участникам первенства от 16 лет до 21 года. У каждого из них есть шанс попасть в сборную России. У каждого свои ожидания. У меня ожидания о том, что появятся новые звезды. Все-таки тот возраст, который будет представлять нашу команду на следующих Олимпийских играх в 2024 году. Поэтому мы уже готовимся, вот туда смотрим.